наша главная программа. Именно на нее брошены все силы и творческие умы телеканала. На один выпуск новостей работает целая армия – журналисты, операторы, редакторы. Всем привет! Привет, Даша. Привет, Даша. Это наша Даша. На телевидении она почти 20 лет. Самые разные темы близки ее чуткой натуре. Дарью Макаровскую любят и взрослые, и дети. Начинала с детской студии юного журналиста. Сегодня она журналист городского телеканала и ведущая программы «Диалог». Ну, вообще все началось очень давно, когда мне было лет 14, а у нас в городе проходил кастинг в детскую школу журналистики. Я его прошла благополучно и пришла в эту школу. Называлась она Teens TV тогда. Мы делали новости, вели свои программы, и вот, собственно, тогда меня и затянуло в телевидение, и вот по сей день я здесь. Его ждут всегда и везде. Звезда нашего канала Влад Момот. Владислав Момот, Владислав Момот, Владислав Момот, Владислав Момот. Он может снять все и рассказать обо всем. Пожары, утренники, правительственные съемки. Особенно удаются сюжеты спортивные. Ну, я побежал. Стендап для корреспондента – это его своеобразная визитная карточка. Он может стать украшением его сюжета. Бывает так, что приезжаешь на съемки и понимаешь, что, в принципе, снимать не о чем. Но с помощью стендапа твой сюжет может заиграть новыми красками, новыми яркими цветами. А это я. Зовут Ксения, фамилия Казакова. На РТВ человек новый, а в телевидении нет. Стремлюсь стать такой, как Влад. С метлой по собственному желанию. Стать добровольцем уборочного фронта в Реутове могут все. Правда, получается не всегда. Что и где снимать, не принципиально. Главное, чтобы тема была понятна и инфоповод был. Мою бунтарскую натуру бросает из крайности в крайность. С одной стороны, мне интересны скандалы, интриги, расследования. С другой, все, что отождествляется с нежностью и красотой. О журналистах все. Расскажем о тех, благодаря кому вы, наши зрители, видите картинку. Это операторы. У нас их четверо. Наши герои, знакомьтесь. Сергей Сомов, Александр Попов, Алексей Золотарев. Главный среди них Артем Удников. Работа оператора заключается в том, чтобы увидеть картинку, увидеть ее правильно, подметить те детали, которые не видят обычный зритель и обычный человек. И показать это зрителю, чтобы ему было интересно смотреть. А вот и наши монтажеры Наталья Васильевна и Инна. Они готовят сюжеты к эфиру. Множеством кадров, которые сняли операторы, закрывают множество текста, которые написали журналисты. Сегодня начать, завтра продолжить и все выходные еще. Это наш директор Илья Юрьевич Очаковский. И только так. Он уверен, городской телеканал – явление уникальное. РТВ растет, развивается, у нас очень много планов. И что самое главное, у нас есть все возможности для их осуществления. И огромное желание. Переформатированные новости выйдут в ближайшее время. Я очень надеюсь, что зрителям это понравится. Мы запускаем новый сайт нашего телеканала, который будет отвечать уже всем, наверное, современным требованиям, которые, каким сейчас должен выглядеть любой сайт средств массовой информации. Мы благодарны всем зрителям городского канала, кто на протяжении всех этих лет был вместе с нами. Ведь мы одна команда, и по жизни идем мы вместе. Спасибо вам за то, что вы выбираете телеканал, который мы делаем специально для вас и вместе с вами.